И я возвращаюсь снова. Как видите, у нас следующая мини-игра снова. Мини-игра из приключения. Которая на 5-м уровне крыши. Да, неожиданно на 5-м уровне крыши, а не 10-м. Ну, с 10-м босса. Здесь у нас мини-игра, которая просто... Причем прикол мини-игры снова, это не совсем мини-игра, это просто мини-игра с особыми принципами. А! Прикол в том, что зомби приносится постоянно только от тех зомби. Зомби приносится только зомби на тарзанке. Да, вот такая вот особенность. Помните, наверняка мини-игру, она в приключении есть, я подсказывал вам это точно. Значит, бомба это радость тоже для нас. И растения в основном только вот такие, которые дадут. Из атакующих только зубастики, ну и взрывные бомбы всякие. Ну да, в общем, то же самое, что в приключении, но... Теперь в отдельном режиме для мини-игры. И в нее можно играть не только по приключению, а просто. И тыквы дают еще, заметьте. Заметили? Чего такие незамечательные? А, вы видите, надо вот сажать для того, чтобы их не съели. Сейчас надо найти бы какой-нибудь зубастик, да, вот он. Этих не всегда хватает, но все равно. Нет! Зачем я сделал такую глупость? Кто не знал, может так есть? Но вряд ли вы это не знали, потому что... Потому что почему? А, музыка офигительная еще, заметьте. Там музыка крыши мини-игра называется, вроде. Это мини-игра называется не так. Итак, что за опасность? Опасность. Сейчас съедят зомби одного. Вот этого съедят. А тут съедят другого. Ой, это я зря. Нормально. Ладно, тыкву я оставлю. Посмотрим, кто куда прилетит. Посмотрел. Оба, забыл. А, не забыл. Нормально все было. Пока как-то так, только они, по-моему, будут высаживать их и в другие места. Точно так же, как было в приключении. Аналогично. Но в режиме приключения. Вы думаете, что за приключение дурацкое, да? Не думаете? Правильно, что хороши. Можно делать так. Зря же мне эти бомбочки дают, все ж. Так, ждем еще. За зомби так просто не придут. Я могу петь еще под музыку, но не надо. Ага, я понял прикол. Не знаю, возможно, их можно съесть. Да, можно их съесть. Не так, можно съесть было их, но по-другому. Ну, чтобы они были наоборот. Стоять. Ладно. Плохая идея была. Вы знаете, зомби с лесенкой ставит на броню всякие двери. Лестницы. Двери ставит, идиот, да, на броню. Тупизм какой. А вот их призвали. Съели, нормально. Нормально. Вот пригодятся эти там. Да, забываю. А полезности. О, какая радость для нас всех. Я мог забывать, что надо взрывать. А, смотрите, взрыватели кончаются. А, нет, не кончаются. Показалось лишь. Ладно, пускай едят пока. Весь тут уже нет разницы, броневой зомби или нет, потому что в любом случае уничтожить его с одного раза. Это я зря рано слишком, да? Что было сейчас? Неважно. Картошка.
Они как-то успевают снять броню. Ах. По-моему, приключение было быстрее, по-моему. И не только быстрее, но и... А, их было много! Окей. Кто? Ну, я уже готов к этому, смотрите. Всё. Идеально. Почти. Надо сейчас сделать вот так бы. Ради безопасности. И все. Знаете, все равно, да? Оба, успел! Вот такая картошка. Оба! Ну чё это за фигня? Ладно, пускай он там сидит. Вот уже опасности пошли, видели? Сколько опасностей. Чё мне всё радость дают постоянно, видели? Последние... Ах, он лестничный картоша! Вот так вот. Чё ещё опасного? Где? Держу горшочек какой-нибудь, чтобы взорвать всё. На. Ладно, ладно, уговорили. Всё, съедено. Ну да, вот теперь слегка опасно, но все равно безопасно. Вот такая вот глупость, да? Уже последний мало придет. Придет и нас уничтожит. Фу, тут еще есть крыша косилки. Да. Еще кто не знает, то зубастики со временем восстанавливаются. Вдруг вы забыли. Почему не фиолетовые? Вы не ответили на этот вопрос все же. Я вас задавал много вопрос много лет назад. Вам именно. А вы не отвечали. Че, за фигня? Кого еще нам нужно обезопасить, а? О, хотят украсть дурацкий горшочек, который никому не нужен. Сейчас будем взрывать. Ну что, автопобеда? Погодите! Время еще есть. Мы можем посадить все. Жаль, горшочек украли. Украли, похитили и не вернули. Жалко. Надо будет потом еще обратиться к разработчикам. Че мне горшочек не вернули? Придется заказать горшочек ручной. Так не в игре так вернут, так в настоящем мире вернут мне горшочек. Я ведь хочу убить бесплатный горшочек. Что за фигня? Завтра нас ждет. Или не завтра, я не помню, или уже сегодня. Или же уже вы все смотрите. Ох, какая фигня происходит. Что нас ждет? О, да, нас ждут выживания. Если я правильно вникаю, то да. Кроме этих выживаний ничего не осталось. Пока!